Всем привет! Меня зовут Ярослав Сумишевский, вы смотрите проект «Народный хит», в котором мы ищем талантливых авторов песен. Каждую неделю я буду исполнять песни, а ваша задача — выбрать победителя путем просмотров, лайков, перепостов и, конечно же, ваших комментариев. Лучшие песни я включу в свой альбом и исполню на большом сольном концерте в Москве 18 октября в Крокус-Сити-Холле. Сегодняшний выпуск я снимаю в гостинице, потому что на гастролях возможности приехать домой и снять в своей студии нет. И, ну, может быть, это и к лучшему, потому что сегодня в качестве народного жюри вместе со мной группа Махор Бенд. Они здесь, давайте им поаплодируем. То есть поаплодируйте сами себе. Сейчас я исполню песню на стихи Игоря Недельна и музыку Юрия Бажина. По их утверждению, они нашли формулу хита. Дело в том, что в припеве должно быть как можно меньше слов. Я думаю, что им это удалось. И сейчас на ваш суд прозвучит песня, которая называется «Зачем?». И на суд группа Махор Бенд. Вы готовы? Да. Поехали! Горящей свечой оплавила, любовь ягодой раздавлена, рубашка моя в крови. Зачем ты меня ославила и как исключение исправила? Любить ты себя заставила или не было той любви? Зачем? Зачем, 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 зачем же меня ты бросила? Белоснежной серой осенью, под небом холодным с проседью, имея печальный вид. Зачем ты меня оставила и верить в себя заставила? Любовь исключение исправила или не было той любви? Зачем? Вместе споем. Зачем? 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 Мы были такие разные, не летние, не прекрасные. Теперь же какая разница, где холод следов твоих? А мы разошлись, как молния. И только одно лишь помню я, то целое было сломано, что нас берегло твоих. Зачем же меня ты бросила? Миша, ты один не поешь. Может быть, петь текст дать? Держи. Зачем, 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 зачем? 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 Рубашка моя в крови. Наверняка вы сейчас задаетесь вопросом: зачем? Зачем? Зачем я сейчас исполнил эту песню? Да только лишь для того, чтобы вы мне сказали, действительно ли авторы этой песни нашли формулу хита. Пишите свои комментарии и отзывы. Увидимся на следующей неделе. Пока! Зачем?